Привет всем, с вами снова я, Раша Пайер. И знаете, несмотря на то, какой вы религии, откуда вы, какой расы вы, несмотря на то, сколько молитв вы читаете в день, это не самое важное в жизни. Самое важное в жизни – это оставаться хорошим человеком и распространять добро вокруг себя. Потому что мы на этом свете ненадолго, но то, что мы делаем, останется после нас. И желательно, чтобы после нас оставались только хорошие поступки. Спасибо вам. И дай Бог вам здоровья. Всем пока.